Я не понимаю, почему я должен голосовать по месту жительства за того, кого выбирают по месту работы. А в Японии, говорят, стихийному бедствию готовится до него, а не после. Мы так далеко не уйдем. Тоже мне оригиналы. Между прочим, это уже было в «Фитиле». Только у Пуговкина с Филипповым это получалось лучше. Я не понимаю, почему на стороне жилплощадь всегда считается вместе со стенным шкафом? Кто в нем жить должен? А вот в Японии, говорят, все сплошь вежливые. Никогда тебе не скажут «нет». Может, от того, что у них все есть? Да, мы так далеко не уйдем. Эй, Винни-Пух, вставай, лишние килограммы сбрасывать. Это что за свадьба? Предупреждать же надо. Ой, да вы посмотрите, что делается-то. Совсем с ума сошли уже. Что хотят, то и делают. Представляете, что делается? Дом свежей краской красит, и окна заодно. Это зачем же? Что за демонстрация? А, говорят, генеральный секретарь приезжает. Да не может быть такого! Да почему это не может? В городе все перевымыли, на каждом углу дефицит продают. И вы слышали? И какие продукты на прилавках? Ну, прямо из красной книги. Да это продавщицы из дому принесли. Дачу управляющего делами горкома переделали под новое здание аэровокзала. Точно! А грядку из-под огурцов на его огороде забетонировали под взлетную полосу. Ну и ну! За квартирами вообще живая очередь. Все раздают. Как раздают? Да кому раздают-то? Так и раздают вместе с горошком. Всем или по очереди? Ну, всем, кто в очереди был, само собой. Ну и у кого документы в порядке? Памятник Менделееву шампунем отмыли, оказался Ломоносов. Ой. Ленчик, это наш последний и решительный шанс. Он больше сюда никогда не приедет. Помяни мое слово. Собирайся. Простите, тут очередь живая или по записи? Ага. Предъявите документы. На квартиру. Коммуналка? Да. Это без очереди в 16-ю. Да. А это кто это? Агенты БХСС. Взяточников ловят. Петрович, что? Ну что я могу поделать? В отделе никого нет. Кого? Кого я пошлю? Кристина Владимировна садит деревья. А Вера Петровна красит траву. Ну. Максим Петрович, а на что мы можем рассчитывать? В каком смысле? В смысле жить? Согласно закону, получите двухкомнатную квартиру в районе Перестроек. Где? Новостроек. Понимаю, конечно, закон-то, конечно, один, но нас много. Что вы там бормочете? Не-не-не, я понимаю, но очень хочется. Трехкомнатную.
Молодой человек. Я вас слушаю. Я бы с радостью, но вы же знаете сами. Что? Если бы вы были матерью-одиночкой, ага, академиком, ага, или хотя бы на худой конец идиотом. Ага. В каком смысле? Со справкой. То имели бы право на дополнительную жилплощадь. Ну, вот. А так как вы нормальный человек... А, действительно нормальный человек. То вы? Да. Максим Петрович, размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного. Знаете что, молодой человек, вы придите после трех. Только не забудьте размеров границ. Ага. А когда приезжает? Кто? Генеральный секретарь. Он, может быть, совсем не приедет. Он завтра прилетает в соседнюю область. Так это... Мы на всякий случай готовимся. Я не понимаю, что означает выражение «верный ленинец». Я понимаю так, если человек ленинец, значит, он уже верный. А если говорят «верный ленинец», значит, имеет в виду, что где-то есть неверный ленинец. Его замаскировали. Спутник! Спутник бы тут упал, ничего живого бы не осталось. Осталось бы. Я по телевизору видел. Американский спутник упал и ничего. Это памятник генеральному секретарю. Ему не положен памятник. Ведь он еще живой. Положен, зато наш город будет первым. Ему поставили памятник. Это памятник жертвам. Каким жертвам? Жертвам и все. Я ничего не понимаю в нашем народном хозяйстве. Я не понимаю, почему соцсоревнование это хорошо? И как может конвейер по выпуску носков на правую ногу соревноваться с конвейером по выпуску носков на левую? Не знаю, что с ним делать. Ленчик, тебя посадят. Ага. Ты не умеешь давать. Тебя возьмут в лифте, ага, в автобусе, ага, а задачу взятки от 3 до 8. Значит, тебе дадут 11. Вспомни дубленку, которую ты мне купил по дешевке за 250 рублей. Этот кошмарный, покусанный молью и лесноватый кулу, который мы с тобой еле продали через год за 40 рублей вместе с диваном. Ты никогда не умел ни дать, ни взять. А теперь тебя непременно посадят. Все. Папа, тебя посадят? Слушай. Дорогая, если ты такая умная, придумай что-нибудь сама. А что если все в конвертах дают? Так. Я не понимаю, что означает лозунг «перестройка неизбежна». Это что, наказание? А вот в Японии, говорят, никто за спиной не стоит. Не хочу быть Ересуном. Борис, ты не прав. Зачем ты это? На всякий случай. Я не понимаю, почему у нас гегемоном считается пролетариат. В то время как у нас гегемон сфера обслуживания. Причем, чем дальше, тем... Гегемонистей. Мальчик. Или девочка. Слон. Под боем. Ой, извини, это важный слон.
Проходите, садитесь. Угу. Легко сказать, садитесь. Ну что ж. Ничего, я постою. Ваш вопрос решен положительно. 3 комнаты. Осталось подписать у Новожилова и все. Максим Петрович, может быть, вы бы сразу подписали у Новожилова, и тогда размер моих границ не имел бы никакой благодарности, а? Ну что ж. Хорошо. Молодой человек, что вы делаете? Пожалейте свою жизнь. Перейдите улицу в положенном месте. Отстаньте. Ну вот и все. Ага. Поздравляю вас. И спасибо. И спасибочки. И заходите еще. И до свидания. Ага. И ага. Не с места! Товарищи, можно вас? Будете понятыми. Чтоб я сгорел, по-моему, это советский спорт. Естественно, советский спорт. А что, по-вашему, там должно было быть? Вот. Вот интервью с Досаевым. Ай-яй-яй-яй-яй. А я с детства мечтал его прочитать. И товарищ любезно мне эту статью принес, как мы с ним и договаривались. Спасибо за газету. Даже не знаю, как вас благодарить. Просто не представляю. Просто не представляю, как бы я жил без этой газеты. А у меня еще журнал «Здоровье» есть. Могу принести. Нет, нет, не надо, спасибо. Это уже статья. Правда, товарищ? Да, кстати, заберите свой конверт. А то подумаю, что я с посетителей конвертами беру. А? Ну вы жук. Все свободны. Хотя, конечно, жаль. Я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибель, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так не умел. Я не понимаю, почему у нас всегда народ страдает от тех постановлений, которые сдаются ради народа. А те, против кого они направлены, живут еще лучше. А вот в Японии, говорят, всю обувь оставляют на улице у порога. Отличную обувь. Причем все размеры. Мы так далеко не уйдем. Моцарт? Нет. Массене. Ну что? Говорят, только сухое. Население принимают занозы из пальцев, а потом из этого серванты делают. Ой. Мы так далеко не уйдем.
девушка была? Я ее выпил. Чем? Турой. А лук почем? Это подарок. Держи, трехкомнатная! Представляете, и этот жук, он мне говорит, что бы вы ничего не подумали, я возвращаю ваш конверт. А вот в Японии... Ты нечаянно кого-нибудь убил? Что? Может, инспектор тебе взятку дал? За то, что ты его спас. За мной? Ленчик! Ленчик! Вот, значит, как оно. У него в ящике лежала чья-то взятка в таком же конверте. Он побоялся, что станут искать. И сунул мне. Вот сволочь. А иногда я не понимаю такое. О чем вообще лучше? Говорить шепотом. Например, я не понимаю, нас действительно хотят это вот кооператив организовать. Или такая компания по выявлению жуликов. Удивительный японский народ. Слушай, ты какими играешь? Белыми. А я красными. Ха. Мальчики, иди сюда. А теперь брось. Мальчики, глаза. И почему, чтобы что-то понимать, нужно слишком много знать. Те, кто слишком много знал, кто-то в прошлом расстрелял. Не хочу я много знать, вдруг опять начну стрелять. Нет, Дэн, это мне на новоселье от обых ХСС. Я тебя пора учить, уже да? Честным людям взятки давать. Ура! Каждому честному по взятке! Дружно водим хоровод, мы веселый народ. Можем долго терпеть, что нам кнут и что нам плеть. Делай раз, делай два. На трефу? Да. А это на крест? Да. Вот так. На. Игра такая. Дуракам не наливают. Чтоб мои внуки такими дураками были. Трехкомнатную получил, за эту взятку взял. А это в коммуналке живет. Казалось бы, королева красоты. А я не понимаю, если этот конкурс красоты будет еще проводиться в городе, допустим, Кривом Рогу, как вот королева называться будет? Мисс Криворожица. Ой, Криворожица. Я возвращаю ваш конверт. Нас дешево не купишь. Попрошу вас конверт и ордер, дорогие товарищи.
Возьмите конверт. Возьмите, возьмите. Куда? Откройте. Открывайте, открывайте. Надо, чтоб так повезло. Я сегодня по ошибке утром конверт с тысячей вместо конверта с советским спортом в мусоропровод выбросил. Так утром же. Да, там еще одну квартиру двухкомнатную обещали дать. Без алкогольной свадьбы. Ну, конечно, если кто пойдет на это. Да, еще жених и невеста должны быть членами клуба любителей бега и своему торжеству посвятить забег по улицам родного города. Вот за это обещают дать квартиру. Внимание, приготовились повеселее, товарищи. У нас свадьба сегодня. Прошу жениха и невесту сюда и так. Совсем по-другому. Какому забегу? Антиалкогольному. Товарищи, безалкогольному забегу нашей комсомольской свадьбы, посвященной бракосочетанию, а также возможному получению квартиры. На старт! Внимание! Никак не пойму, где он.
здравствуйте, здравствуйте, не вам, вам. Здравствуйте, проходите. Спасибо, я постою. Нет, нет, нет. Пойдем. Не стесняйтесь. Вот, молодец. Тихо, тихо, тихо. Открывайте. Что? Открывайте, открывайте. Увидите. Вот, давай, давай, давай. Народ просит. Открывайте. Вот так вот, да. А ты куда? А я в Москву благодарность везу генеральному секретарю. Зачем? А попросить его, чтобы день через годик снова сообщил нашим властям, что приезжает. Это верно. И чтоб всем остальным тоже квартиры дали. И попроси его еще, чтоб мост у нас достроили. И чтоб ясные детские сады тоже еще открыли, попроси. Да-да. И продукты, чтобы снова в магазинах появились. Чтобы мы еще на годик накупили, пока он снова не приедет. Снова, да. И горячую воду, чтоб снова включили. Через год снова захочется помыться. Мне тоже. Проси еще, знаешь что? Чтоб всем, буквально всем, была предоставлена эта, знаешь? Кто? Подписка на газету «Советский спорт». Ну, езжай! Татьяна, да, мне муж тоже. Да, мне муж тоже. Да, самый. Товарищи, в свете, так сказать, перестройки, буду сказать без бумажки. Товарищи, за время перестройки большие сдвиги произошли в сознании наших трудящихся. Ну, сами знаете. И вот когда мы все славной поступью движемся в авангарде созидания пятилетки маршрутами в закрома нашей Родины, я приветствую эту борьбу с такими приспособленцами, как я. И вот, товарищи, я готов. Я готов возглавить эту борьбу с такими вот, как этот приспособленец, то есть я. Товарищи, ура! Товарищи, куда же вы, товарищи? А как же перестройка? Я не понимаю, почему перестройка проводится людьми, которые довели страну до перестройки. Знаешь, я ему пообещал, что сдам квартиру, потому что нечестным способом заработано. Ну, к 2000 году точно получим. А кто сказал, что будет легко? Вот такой мужик. На всех уровнях. И это очень важно. Моя,
Звезда моя, куда ты покатилась? Уже ли ты слишком рано народилась? Или слишком поздно появился я? А были ночи полны, как года, и были дни, как целый год разлуки. Как ласковы, как нежны были руки, но сорвалась и падает звезда, недосиявшая моя. Звезда моя, куда ты покатилась? Уже ты слишком рано народилась, или слишком поздно появился я? Всегда, но так, наверное, в жизни не бывает. Не наступают ночи, убивая те ночи, что сильнее, чем года. Звезда, недосиявшая моя. Звезда моя, куда ты покатилась? Уже ты слишком рано народилась? Звезда, недосиявшая моя, звезда моя, куда ты покатилась? Уже ты слишком рано народилась? Нет, слишком поздно появился я. Thank you.